Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем следочки, тапочки, хрюшки, свинюшки, поросюшки. Основу, как обычно, девчонки, в углу появится видео, по которому вы свяжете на свой размер основу. И будем делать мордаху поросеночка. Что касается ниток, девчонки, где-то 220 метров в 100 граммах у меня вот эти, чтобы вы могли ориентироваться, они у меня остатки розового, такой розоватый цвет. Примерно так. Я думаю, любые остатки сгодят. Делаем слепую петлю. Хватаем ниточку и вяжем 6 столбиков без накида. Мы закрепили и теперь 6 столбиков. Стягиваем вот это колечко, замыкаю кольцо соединительным полустолбиком. Крючок взяла тоненький, чтобы было туго. Сам следочек вязала потолще крючком. Так, замкнула. Ой, не замкнула, я столбик вязала. Не надо, полустолбик. Вот так вот. Теперь одна петля подъема, и из каждого столбика, из всех наших 6, вывязываем по 2. То есть у нас будет 2 столбика без... Ой, 12 столбиков без накида в этом ряду. По 2. И последние 2 петли. Вот такой вот кружочек. Замыкаем кольцо соединительным полустолбиком, делаем воздушную петлю подъема и теперь вяжем столбик без накида 1 петлю предыдущего ряда, из следующей петли вывязываем 2, то есть чередуем добавление и без добавления. Вот здесь вот 1, из следующего вывязываю 2, и так до конца ряда. Хочу вас попросить, мои видео никогда не были в топе. Мне вот интересно ощущение, когда твое видео попадает в топ. Если не сложно, сделайте мне, пожалуйста, подарок. Оставьте под этим видео комментарий, лайкните и сделайте репост в любую социальную сеть. Я думаю, это видео будет интересно многим перед праздниками. Оно сейчас актуально. А я для вас тоже подготовила подарки, так что в ближайшие дни буду выкладывать те видео, те мастер-классы, на которые я буду разыгрывать ниточки, на которых. Всего 3 ряда. Теперь делаем воздушную петлю и вяжем 3 ряда теперь без добавлений. Поэтому, девчонки, сделайте мне маленький подарочек. Я думаю, это не сложно. Это одна минутка вашего времени. Вот, а мне будет приятно. Так, один ряд. И следующие 2. Вот, девчонки, наш пятачок. Всего у меня, вот смотрите, 1, 2, 3 ряда. И здесь 3 ряда ровных. То есть 3 ряда с добавлениями, 3 ряда ровных. Оставляю я подлиннее ниточку, вытаскиваю здесь. Вот эту я не обрезаю, я ее потом спрячу там. Теперь раскладываем наш топотулик. Приблизительно располагаем наш. Если уже у вас 2, то обязательно регулируйте по вот этим. Раз, два, три ряда. Раз, два, три. Значит, у меня где-то вот так вот тут должен быть приблизительно. И пришиваю. Так, теперь через вот эту дырочку, которую я оставила, сшила не до конца, я наполняю этот носик. Так,
Так, и зашиваю дырку до конца. Вот он наш пятак. Теперь еще одна нить черного цвета. Я продеваю сюда, в этот пятачок, и делаю такой крестообразный. Прошиваю вот так вот крестообразно, как бы импровизируя носик. Теперь, когда я его затягиваю наизнанку, я подтягиваю, чтобы было потуже, вот. Чтобы этот нос был как бы воздушный такой. Так, и вторую дырочку. Так, теперь обычные две пуговочки. Я пришиваю глазки вот сюда. Так, далее, мои хорошие, обвязываем основной нитью. Здесь вот тоже не обязательно делать все так, как я говорю. Я просто обвязываю основной нитью. И один ряд вот этой, у меня акцент на вот эту фиолетовенькую нить. Будет бантик такой. И обвязка фиолетовая. Вот. Так что смотрите, обвязка и бантик может быть какого угодно цвета, какие у вас там остатки есть. И обвязываем один ряд вот такой вот основной и второй ряд отделочным. Так, вот я обвязала, девчонки, и уже связала одно ушко, пришила. Теперь я вам покажу, как я вязала ушки. Так, оставляю ниточку подлиннее, ею я буду пришивать. Делаю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вяжем столбиком с накидом. 1, 2, 2 петли я пропускаю, вяжу в третью столбик с накидом. 1. 2, 3, 4, 5, 7 столбиков с накидом. 2 воздушные петли подъема, поворачиваем. Теперь из 2 вывязываем 1, то есть вяжем 2 полустолбика с накидом, привязываем вместе. Между ними 3 столбика с накидом. Далее вот эту последние столбики кромочную мы тоже провязываем вместе. То есть делаем 2 полустолбика с накидом и провязываем 3 петли вместе. 2 петли подъема. Снова сокращение делаем. 1, 2, вместе, между ними 1 петля. Здесь тоже делаем сокращение. 1, 2, 3 вместе, 2 воздушные петли, и здесь вот из 3 вывязываем 1, 2, 3 и провязываем все вместе. Обрезаем нить, закрепляем, и вот здесь вот я просто перевожу эту нить сюда. Так, теперь продеваю иглу, вот эту ниточку, которую я оставила побольше,
и пришиваю вот так вот. Визуально смотрим, как нам нравится. Вернее, смотрим, чтобы было оно одинаково со вторым тапочком, хоть чуть-чуть пришиваем. Так, теперь вот это я затяну на обратную сторону, там закреплю. Так, теперь осталось нам бантик. Для бантика берем другую нить, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем кольцо. Вяжем 3 воздушные петли, 4 воздушные петли, делаем 2 накида. И вяжем столбик с 2 накидами. Еще один, всего 4. 2. 3. 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Столбик в кольцо. Так. Одна сторона бантика готова. Теперь снова 4 воздушные петли. И 4 столбика с 2 накидами. Раз. 2, 3, 4 и 4 воздушные петли. И замыкаем столбиком. Провязываем столбиком в кольцо. Все, ниточку обрезаем. Здесь я вот даже завяжу в узелок. Видите, какой у меня кошак? Я вся поцарапанная. Так, и теперь вот этой вот ниткой, которая была, осталась у нас, я этот бантик пришиваю. Всего пару стежков, его не нужно очень крепко пришивать. Он у нас не будет никакую функцию выполнять, поэтому не должен оторваться. Вот, мои хорошие, все. В принципе, один вечер, я думаю, достаточно. В худшем случае 2 вечера. Один вечер связать слитки, второй вечер связать вот эти все детальки. Здесь я вот завязываю. Узел хороший. И обрежу все ниточки. Все, мои хорошие, с вами была Вика, школа рукоделия. Я с вами прощаюсь. Еще раз, ой, повторю мою просьбу, сделать репост этого видео, поставить лайки, комментарий и сделать репост в любой социальной сети. Это я так выпрашиваю подарочек от вас к Новому году. Нет, правда, девчонки, давайте выведем это видео в топ. Хотя бы один раз. Я хочу прочувствовать, как это. Девчонки, помогите мне, пожалуйста. Поставьте лайк, репост и комментарий. Все, у вас это одна минутка, а мне приятно. Всем спасибо, всем до свидания. До завтра. С вами была Вика из школы рукоделия.